Сносить дома по выходным и в праздники в Петербурге запретят документально. На сегодняшнем заседании правительства Георгий Полтавченко приказал подготовить соответствующее постановление. Поводом стал снос дома Рогова 3 недели назад. Это было как раз в воскресенье. Произошел очередной, мягко говоря, неприятный инцидент со сносом исторического здания. Честно говоря, мне это уже начинает надоедать. И самое главное, больше всего возмущает то, что это делается, там, несмотря на мое устное распоряжение, в выходные и праздничные дни. Может, это демонстрация, я не знаю. Значит, я имею в виду дом Рогова. Кто мне может доложить? Губернатор потребовал принять жесточайшие меры ответственности, в том числе и финансовые. И добавил, что компенсация должна быть как минимум сопоставима с нанесенным ущербом, а сам дом Рогова нужно восстановить. Кроме того, судьбу зданий в историческом центре города будут решать только после обсуждения на градостроительном совете.